Здравствуйте, мене бюджет Узбекистан Кока-Колосу Пилига, за кинчту за урон Олган. Набхор Метагу Чешуна Кинг, Матпатан Джуэнни Кинчик Син Восмянес, Инде Набхор Джамас Бош Мураби, Самичтар Кадан Штрок Этиатлар. А вот об Бугун Галеба на Табе Глэм, Самичтар, Тебе Бугун Мувина Хадек в Килинг, Дот Огласенес. Салам алейкум. В первую очередь хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые пришли сегодня поддержать команду и поздравить их с победой. Вот. Хочу поблагодарить также ребят, которые сегодня, несмотря на то, что в принципе легко матч складывался, до последних секунд матча были сконцентрированы и показывали на поле достаточно комбинационный, мощный, захватывающий футбол, который нравится нашим болельщикам. Всех с победой сегодня. Архам Саулабо, Кимми Саулабо. Mana o'tgan safar o'yinda ham, bu safar o'yinda ham ko'rdik. O'tgan yilgi mavsumda asosan bir xil uslubda harakat qilardi jamoa. Bu yil o'sha o'yinning o'zida turli xil taktikalarni, turli xil uslublarni ko'ryapmiz. O'tgan yil shunaqangi bir uslub tanlashda sizga ijrochilar yetishmaganmidi yoki falsafani singdirish uchun vaqt talab etiladi? Ну и в прошлом и в этом году у нас есть требования. Они никак не отличаются, что в прошлом, что в этом году. Единственное, конечно, исполнители, которые сегодня есть на Бахоре, они могут осуществлять те идеи, которые мы им даем во время учебно-тренировочного процесса и в стратегии на конкретный матч. В этом только разница. Вот. А что касается исполнения наших тактических заданий, ну, команда одинаково хорошо должна и в обороне, и в атаке играть. В любой ситуации. И дома, и на выезде. Ага, я не знаю. Узбекистан Суперлига, ищи трансфер Олес Йопилыш Киякен, Джамлада Владимир Козыка Джаопир Борлышин Мавландо. Он был в составе команды, занимался, все наши сборы прошел. За несколько дней до закрытия трансферного окна он отпросился и сказал, что у него есть варианты, где он будет получать больше игровой практики. Вот с этим связано. Мы пошли ему навстречу. Чем без них? Я также махал. Самилакиям это слово. Сюда у меня массово танчима дештрогетка. Металл в Бош Мурадби и Трофитки. У Тинчера там больше козырого не вазиятте. А на шу вазиятте что? У Митхала Манки на Буходжа в Бош Мурадби в Бош Мурадби в Сусуре. Я не говорю. Сюда вазиятте, а на папа побирать. Мне слов на самом деле нету. Если кто и вел себя неправильно, то, наверное, это игрок, который, за что его и наказали. Вот. А человек, наверное, со своей культурой, наверное, не особо понимает, где он оказался. Если он не понимает, что есть культура, есть у нас воспитание, что младший к старшему как должен относиться. Если для него эти вещи чужды, то, я думаю, вряд ли он когда-нибудь адаптируется к нашей действительности и когда-нибудь будет приносить пользу на своем месте. Вместо того, чтобы своего футболиста поругать за такое беспрецедентное, наглое поведение, он какие-то еще комментарии дает. Я считаю, что судья был на месте, он все слышал. Если бы с моей стороны что-то было бы неправильно, наверное, меня бы тоже удалили. А там просто срыв какой-то. Невоспитанность, недисциплинированность, но это отражается на результате команды Бекабада. Поэтому я, как бы мне нет разницы, как они будут это воспринимать. Думаю, что если футболист так себя ведет, то он и в других играх будет подводить. Вместо того, чтобы проводить воспитательную работу, он еще здесь обсуждает что-то. Мне нечего сказать, на самом деле вообще о нем нежелательно было бы мне говорить. Все понятно. Человек не на своем месте. Можно соволову? Похоже, соволову. Да, похоже, блин, тебе кишу, да, да, ирик, сок, да, ара, да, озон, да. Ахта, гор, да, муин, да, 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 сюрприз, да. Сюрпризов у нас мы не делаем, мы просто выходим и должны каждую игру готовиться, изучать соперников, настраиваться, выходить и делать свою работу. Мы не команда, которая делает сюрпризы. Мы работаем для того, чтобы радовать своих болельщиков и добиваться результата. И
futbolni uchun rahmat, sog' bo'ling. Bo'lmi? Ashxonat jamoasidagi vaziyat o'zgargandagi sababli ortga qaytishdan qo'rqqan o'rdim degan gap so'zdi. Rustam, хотя и недолго здесь был, но я так думаю, что ему понравилось. Новобахор, болельщики, атмосфера. Здесь его приняли как в семье. Я думаю, что если у него будут какие-то проблемы в карьере, то мы всегда будем рады его видеть, и он это знает. Мы об этом не раз с ним говорили. С удовольствием, конечно, Рустама приняли в свою семью, и он мог бы принести нам пользу.